Да, погромче эту вот музычку. А, это я натирала на вот этой. Вася со своей суперлейкой. Или как она там? Люмикс. Ты меня на видео, что ли, снимаешь? Еее, чувак. Макс. Максыч. Ты крутой перец. Ну и чё, как? Не стяжничай. Ну скажи, ну и кишлак. Вася, а чё ты Диме не помогаешь там? Вася, иди работай. Чего работай? Я там все дрова натаскал. Дима там просто проверяет кое-что. Так, кто тут? Не надо так под шумок фоткать. Я так не получается, не надо. Мы не фоткаем. Вась. Я всю неделю работал, теперь и вы поработаете. Ага. Бездельники. Смотри, какой хозяин мужчина. Слушай, не надо было ее солить. А как же не солить? В конце все. Хотя, не, нормально, слушай. Давай вот там все сбаскивать. Снимай тогда. Для кого? Давайте мы потом причешемся, и вы нас пофоткаете. Давайте. Мы сейчас пока. Сейчас что-то не очень. И вообще, пока. Алло. Залили? Что, Вася, тебе на следующей неделе? Будет как лайн, не подаришь на день рождения. Коробочку новую купишь и все. Красиво. Кошки. iPad или Galaxy Samsung. Но он в два раза поменьше Samsung Galaxy, а стоят они одинаково примерно. Ну только по функционалу и по качеству. iPad лучше. iPad лучше. Ну вот сегодня с Кудимычем может поспорить. А он что, Galaxy купил? Он себе Galaxy купил, собственно. Да ну нафиг, да, iPad пень. Лучше. Но там у него режим телефон, туда симку вставляет. Ну, iPad то же самое. Симку вставляешь, ты можешь смс-ки отправлять, да? Смс-ки отправлять. Все, у тебя интернет, значит, хоть ту же главную цену примерно. Вот, а iPad только звонить не можешь, и все. Клевая. А в июне выйдет новый iPad. Второй. Камерой. На ум. Второго. Знаю его точно, что когда он выпьет... Третью бутылку пива, а это уже охотно. А вы детей планируете пиво? Не надо ему, в принципе. А что ты так посмотрела на Васю или на Макса? Подозрительно. Подозрительно. Нет, говори еще. Мы все поймем. Я пошел. Дядя Леша. Мы тебе две бутылки вина взяли. Конечно, дядя Вася. Про запас иногда надо, да? Нет, что про запас-то? Специально? А, ты видос снимаешь? Ебови. У него, кстати, клево снимали. Я верю охотно. Даже через этот вонючий объектив. Ну, вонючий, а ты 1740 не взял? Нет, зачем? У меня какашко. Вот. У меня телевик есть, Элька. Есть с собой? Нет, с собой нет. Ну а что так плохо-то? О, давай, знаешь, что проделаем? Еще Илька, а параметры какие у нее там? 4 без стабилизатора. 7200? А у меня тоже есть 7200. Приклеиваешь на одну планку. Со стабилизатором только не Илька. Только не Илька, да. Ставишь и вот так вот вводишь камерой. Да-да-да. А выпендривайся, помнишь, что говорил? Canon, шлак. Да-да-да. Это то же самое, что Вася говорил, Nikon круто, а iPhone шлак. Так, а ты вообще на скетчап с Макса, понял? Еще в архикад. Да. Но Apple-то все-таки круто. Canon всегда круче. Apple-то круто. Canon и HTC. Вот это дело. Canon и Apple. Макс, я говорил, HTC, iPhone 3. Это Япония настоящая. Они там про четвертое, я ничего еще не понимаю. Ты опять легко. Молодец. Хорошо сказал. Душевно. Ты проверил по тебе? Японский или китайский? Нет, дядя, я на самом деле хочу себе купить все-таки 32 гига, потому что, чтобы видос снимать, на самом деле, надо очень много памяти.
Потому что... петь этот, что там Лёх пел-то раньше обычно? Да, по гитарку. Он в 7 часов сказал зайдёт, смотри. Через 10 минут. И до 6 утра. Не, давайте до 6 утра мы не будем петь бэт-гитарку, пожалуйста. Нет, будем. Пусть те, кто... не почувствовал этого, да, а почувствует. Нет, спасибо. А Каба не чувствовал еще, да? Вот надо его почувствовать. Вот он один будет сидеть. Я чувствовал, я проходил это уже. Когда девчонки все уже спать легли, и одним ребята тут под эту гитару. Потом я сказал, все, ребят, сейчас приду. И ушел. Сейчас ты получишь у меня двойку. А смотри, они вспышка. А, нет, сейчас, секунду. Это, знаешь, все равно, что кое-чем мерится. Что? Что? Сейчас. Это нормально. Кабанчок. А, он тебе, ты видео, что ли, снимаешь? Думаю, даже... Это тут видео снимается? Да. Да. Эти навороты уже современные. Модерновые. Вась, давай сюда. Через нас. Макс, давай. Так, а я... Нет. Давай, встань в позу. В какой же позе? Еще раз. А там тепло, Кристина? Да. Я тогда полегче. А мы убавили батарею тут. Давай. Убавили, убавили. Мы ее здесь. Мы капюшон тебя выберем. Супер, Леха. Не надо, не надо, Васил. Расправить. Это давай. Вот это. Я готов. Я снимаю. Я снимаю. Васек, мы ее вообще выключили. Иди сюда. Мы здесь позировали. Все прекрасно. Можно кучу кадров наделать. Вот. Так, ну чего, где кто сидит? Давай, Васька, пропусти. Правильно. Короче, короче. Ты всем сразу. Кристина решила долго. Кристина сказала, короче. Так, а хлеб. Вась, иди сюда. А вот под пиво есть прям вообще пиво. А где видос? Сегодня ночью пойдем? Чувак. Да, можно, да. Нет, вот этот. Ну, как бы мне туда не привязали. Как-то мне решило убраться. У нас так близко. А ты видел? Жалко, что не видишь. Ну вот еще. А все стоят и делают умное лицо. Так, Вася зашел. Замираешь. Вася пошел. Первый пошел. Пошел. Вася, ты рискуешь к концу вечера не выйти отсюда. Белую кофту сделать. А я переодену в баню потом. Присаживайся. А что это? Баню. Садись. Садись. Тогда сядь сюда, сядешь. Потому что мы с тобой здесь. А можно хлебушек сразу? Ну ладно. А тут мужчина. Выбирай. Леша, я тоже не поставил такой. Все такие. Дима. Замяли. Вчера уже наговорились. Давай, Макс, не снимай. Не-не-не-не, я хочу это снять. Не-не-не. Так что повтор. Вася, здоровья тебе, долголетия, счастливой жизни, богатой жизни, воспоминаниями и всем-всем-всем, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы ты жил счастливо и духовно богато, и чтобы у тебя было все-все-все. Давай, спасибо. Ура! А ты что поставил? Happy birthday! Я выпила. Очень неправильный тост был. Потому что нам уже нечего желать просто, Вася. Нет, почему? Васе можно желать и желать, и чтобы у него было все-все-все. Повторимся. Ты посмотри на анимацию, какая вообще. Да я не вижу, все мелко. Что это? Что это? Что это за мелкий-то? Глаза разуй, господи. Чувак. Зараза такой. Смотри, вот Skype, Facebook, ВКонтакте, Dropbox. Это все есть на iPhone, чувак. Все на месте. Mail, YouTube, Аська. Все есть. Twitter, навигатор. Твиттер отстой. Альфа-банк. Все есть вообще. Чего у тебя нету?
А тебя все закачивают через iTunes за деньги. Да, у меня джелбрейк и все. Джелбрейк — это пиратская хрень. Ломай. Васек, джелбрейк стоит две банки факса. Ломай, ломай свой, ну, давай. Вперед, просто ломай. Программу ты ставить. Бошку, это не официально, а вот это официально. Ты же дизайн. Неправда. Нет, все можно официально. И Фейсбук, и Аську, все поставить, оно все бесплатно. Чуваки, HTC. Сакс. Вот это они спиздили. Спиздили. А кто первый это изобрел? Извини, когда HTC появился? И когда это появилось? На два года. HTC появился на два года позже, чем iPhone. Неправда. Материалы. Там курица. Вот в таком качестве Макс появился гораздо раньше, чем iPhone. Ты можешь вставить в духовку уже, Макс? Вот я тебе говорю. Раскатано, да, все лежит. Смотри, материал. Мне нужна противня. Стекло, пластик, а у меня стекло, металл. Чувак, ты пойми, что это не царапает. Помнишь видеозапись? Мак внутри себя замкнут, а это Google Android. Hello, Mac. Hello, I'm the Mac. I'm the PC. Мы можем вкус поставить на решетке, а противень ему отдать. Чувак, они просто порядочные. И за решетку должен заплатить. Если ты как бы... Я не знаю, а что он сидит, от фигни страдает. Ты пойми, что... И ставить любые программы. Мировой поисковик – это Google. Больше нет мировых поисковиков, вообще нет. Ноль. Макс, не скажи ему, а. Ни Safari, ничего тебе не может противопоставить Google. Google – это... Google – это сакс. Android заточен под Google. Это что их, ты мне рассказываешь? Это ихняя компания, все. Вот, Макс, мы с интернетом, я тебя готов... Кого? Ты хочешь любой сайт загрузить? Нет, противень на плиту поставьте, чтобы он остыл, чтобы я там тесто разместил. Давай прямо сейчас. Давай. А что ты, давай, у нас у тебя нет интернета, умеет. Давай 3G включим. Есть интернет, все. Все, давай 3G включим. И чего? Все. О, прекрасно, молодцы. Давай, грузи вот этот сайт. Просто противень чуть-чуть остынет. Что у тебя, умник? У тебя нет... Через Макс, что ты давай-ка. Скажи. Я не знаю, просто а нажал. Фигней, он знаешь, сам пусть думает. Я не буду думать. Пусть он сам давай 3G заведи. Я пошел за дровишком возле камина. Не надо ничего звать, я просто нажимаю кнопку «Загрузить сайт». Где он? Нет сайта. Вот он сайт. Есть. Нет сайта. Вот сайт. Нет сайта. Это бесконечный спор. Нету. Спать уже пора, она все там... У меня сейчас будет тортик. Наташа, давай иди сюда, и мы выпьем сейчас все вместе за Васьковское здоровье. Ибо надо. А, да, мы там всех на телефон ставили, Вася. Секунду, я мне опять кнопку перепутал. А, да, я... ты уже третий раз. Вася, она там одна! Счет! Счет там! Официант! Лакмента, парфавор. Счет сунул. Так, ну что, еще пойдем-то. Ох, круто спел, Андрюха. Ох,